искусство — это самое главное оружие в моих руках против репрессивного режима. Поэтому я решила выпустить это видео сейчас, потому что, мне кажется, это очень важно — поддержать боевой дух людей, которые выходят на улицу. Так-то такое человеческое животное, даже, я бы сказала, эмоция. Но если мы как-то его готовы контролировать, то мы можем противостоять очень эффективно, как это делает Алексей Навальный и его сторонники, огромные государственные машины. Самый секретный. Сначала его травили новичком, а потом, когда он осмелился выжить, его решили посадить. То, что показывает Навальный сейчас, и вся его команда, и сторонники Навального, это просто какой-то невиданный акт гражданской смелости. Война происходит в умах людей, правильно? Она же не обязательно происходит только на улицах. Не так, чтобы ты вышел на протесты, и на следующий день Путин ушел. Но чем больше людей понимают о том, что видят из своих окон домов, то, что есть эти смелые граждане, которые выходят сегодня на улицу. Может быть, они подумают о том, что завтра они к ним присоединятся.